И снова всем привет, ребята, очередная посылочка из Китая. Я надеюсь, что будет кому-то, потому что все-таки интересно. Из-за того, что я считаю, что тема защищенных телефонов вполне актуальна идет. Тем более, что здесь, ну что, с большим экраном. Я читал статистику, что сейчас, ну что, все вот любят, чтобы экранчики в поболее, ну что, были. Но здесь мы сталкиваемся чуть-чуть, ну что, скажем так, ну что, с проблемой. В телефоне 9 Android идет, экранчик 6, считай, что и 9, ну что, десятых. Но разрешение, вот, ребята, 640 на 1352. Ну что, печалька конкретная. Аккумулятор 5600 идет, MTK 6761. Ну что, печалька. Ну что, в теории, знаете, ну что, для звонков, для интернета вполне окей, но для жизни, ну что, вот, нехти. Камеры из 8 идет и 5 для селфи. 3 гигабайта оперативки и 32, ну что, из постоянной. Так, ну что, читать, что я думаю, что все умеют, но в любом случае показываем, что встречает нас. Из плюсов, ну что, в телефоне, вот что ты сталкиваешься с упаковкой, что ждет нас USB-C. Тут классно, потому что китайцы, что умнички. И в чем плюс, что в комплекте у нас есть USB-C и micro-USB, ну, чтобы с переходничком. И специально, потому что пимпочка вот сделана, я так думаю, что из стекла, чтобы вы скрывали его. Потому что, знаете, потому что здесь чуть-чуть, что, типа, защита идет от влаги и падений. Тем более, что с такими, потому что габаритами, что у телефона, то вот, ребят, 100%, ну что, лучше ищите, чтобы было так. Так, что с питанием? Извините, в показах, ну что, 5 и 2 ампера. Я думаю, что из подписчиков, ну что, кто смотрели, ну что, из 9600E, то там, ну что, ситуация чуточку была, ну что, поинтереснее. В комплектации у нас, естественно же, и наушники идут. В чем плюс, что в телефоне идет, ну что, 3,5. Ну, честно, лукавить я не буду, потому что вот я их, ну, что, не использовал. Так что, ну, что, так, ну, что, будем по ситуации, ну, что, все смотреть сам, ну, что, телефончик и ребята. И знаете, вот сейчас, ну, что, все смеяться будут, вот просто, чтобы вы увидели вот это чудовище, на какой степени он крупный и здоровый, и с моим телефоном, да? Я так думаю, что все видели. Но вот, ребята, это все. Секундочку. Па-бам-па-бам. Китайцы в комплектацию еще вкинули чехла к нему. Вот вы мне скажите, для чего для такого, ну, телефона комплектация еще чехол? Стекло, то да, ну, 100% супер будет. Чехол, кстати, ну, что, вполне окей. Я их сколько, ну, что, попродавал, и все полностью комфортно, но вы гляньте, вы вставляете еще и чехла, и это чудовище становится еще крупнее, в 4 раза, я не знаю, так куда, я не знаю, каким, ну, что, пользоваться. Это, знаете, как в те времена планшеты и шли, но в чем плюс, что он с поставкой идет, если захотите, то взяли вот так его, опачки, и включаете в кино, и смотрится вполне, ну, терпимо. Но исходя из разрешения экрана, знаете, здесь о комфорте сказать я бы не сказал. Ну что, вот ничего. Это, знаете, со стороны компании кажется, ну что, вообще смешно. Единственное, что из плюсов, что стоимость, ну, телефона $120, по-моему, я купил. Я считаю, что вполне, ну, терпимо. Спинка, ну что, в теории стеклянная идет, но снова вот такие, ну, жалко, что пленку снимать. Скажу, что для чего. Все, ну, телефоны, стекло или пластик, что впачкается, и акцентировать на спинке, я считаю, ну, что глупо. У нас здесь есть, ну, что, динамик, у нас есть, ну, что, две камеры, вспышечка, и сделаны, вот, кстати, красиво, аккуратно. Что из плюсов? У телефона оказался и 3,5, у нас есть, ну, что, включение кнопки громкости и сканер сбоку. Ну, что, знаете, в тенденции. Естественно же, из плюсов, что у нас есть специально кнопочка для камеры, если захотели, то фоткаете. Но знаете, со столькими пикселями здесь, ну, что, печалька. Открывается у нас здесь, вставляется, и комбинированный слот идет. Или симки 2, или симка и карта памяти. Что из недостатков, знаете, оказалось бы, что 2 симки и карта памяти было бы, ну, чуточку поинтереснее. Но в целом, знаете, в 3.32 за ту стоимость, что он стоит, я бы не сказал, что так уже все, что печально. Попытаемся все вставить. Есть, если захотели, у нас есть кнопочка и специально, что
что включайте, здесь захотели и камеру, там и SOS, и все приложения, потому что включается и срабатывает, что вот на усмотрение. Вставочки из металла идут. Микрофончик у нас есть. И в чем плюс, что все-таки питание спрятали. Но знаете, я не спорю, что эффективность от такой штучки шот 0, но в любом случае, что оказалось она здесь, это вполне круто. Так, и снимаем, и смотрим, что же у нас здесь будет. Ба-бам-ба-бам. Испортил всю пленку. Естественно, желенько. Раз. Окей. Раз. Сюда. Да, блин. Оно на повыселении. Вот видите, что я вам акцентировал, что... Раз, два. Извините. О. Снимаем. И что с покрытием? Знаете, абсолютно отсутствует олефобразное покрытие. В чем плюс, что смотрите, потому что ты включаешь и сканер, все включается и срабатывает, потому что действительно комфортно и расположение, потому что кнопок, потому что в целом оказалось вполне окей и хотелось бы здесь, потому что примахаться, но вот нет. Еще из плюсов, потому что в телефоне, что у нас есть бесконтактная оплата. Вот ребята, ну что за те деньги, у нас есть и фаблет, у нас есть и защита, что все включено, и за компанию еще что оплата. Все включаем, чтобы глянули, что к чему, куда и как. Раз и два, и звоним сразу. И включается диктофон. Тут, ну что китайцы, что в целом оказались что умничками. Вот я специально что включаю, и тем более, что вы учитываете, что у нас, ну что используется 4G интернет по идее, да? Или нет, ты включишься? Да, потому что включается 4G интернет, вот чтобы вы увидели, скажем, что первое включение. Надеюсь, что будет кому-то интересно. Но в конечном итоге, вот видите, что включаем Google ленту, она отказывается включаться. Ничего, потому что попозже ее включим. Из менюшки у нас есть, что интересно, FM-ку. Вы, если захотите включить, вставляете в 3.5. Есть инструменты, пишется. У нас есть и компас, и шоуметр, и уровень, и сигнал в тревоге у нас есть, и транспометр. Ну, скажем, что все включено. Вот единственное, что, что оказался бы еще и уровень измерения давления, то было бы чуточку поинтереснее. Я уже акцентировал, что детский вот режим штука изумительная. Втыкнули вот ребенку в зубы те приложения, которые вы считаете, чтобы для ребенка было комфортно, и он ими, скажем так, попользуется. И с настройками здесь интересно, что у нас в конечном итоге встречает. У нас есть здесь и жесты, ребят, что вдруг кто-то в таким пользуется. У нас есть экономия аккумулятора, у нас есть считывание в QR идет. Угу. Естественно же, Dora Speed. Па-бам-па-бам. Спасибо вам. Так, цифровое благополучие. Я считаю, что хлам, специальные и возможности, аккаунты. Что с блокировкой экрана? При нажатии Home. В чего в такие пункты вы штулите телефон? Если захотели, включается умная кнопка, и у нас опа, включается в камеру. И в чем плюс? Что скорость включения вполне терпимая. Опа, взяли и сфоткали сразу. Да? Комфортно, 100% да. Ребят, действительно, вот знаете, вот чтобы все телефоны делали с дополнительной кнопкой для камеры, я считаю, что плюс оказался бы супер просто. Так, умная кнопка есть у нас. Жесты. И снимок экрана у нас есть, и жесты. Ну, и... Вот я не знаю, какой дебил таким пользуется. Но вот честно, я таким еще не пользовался, не хочу никому, не рекомендую. С махом руки. Вдруг окажется, интересно, у нас есть и такие функции. Но я всегда акцентировал, что я не включаю их и никому не рекомендую. У нас есть функция спасения. Вот если вдруг бить будет, а с таким телефоном 100%, все увидят, то желание окажется в конкретное, скажем так, у людей. Сканирование лица испытаем. И включается, но долго думать действительно. Еще раз.
чему я показываю, потому что сканер, потому что включается и срабатывает конкретно и лучше, и ну, по скорости. Из памяти 2 гигабайта было, и я, потому что впаковал по полной. Ну, знаете, потому что думал, чтобы что сделать еще игровой тест, но в конечном итоге, что думаю, знаете, оказались, ну, что вот неинтересны людьми. Так, и звук, я думаю, что лучше будет, чтобы вы услышали как так. Раз. Знаете, вот впервые я слышу, что из-за мембраны, ну, что звук чуточку, ну, что портится. Но в любом случае, знаете, телефон, что защита идет от всех плюшек, так что уже здесь, ну, что приходится терпеть. Специально включаю, что с подсветкой у нас, в чем плюс, что по минимуму все классно идет, и по максимуму все-таки, ну, чувствуется, что яркости что-то не хватает. У нас есть и чтение режим, включается автоматическое освещение. Но вдруг вот есть, знаете, вот люди, что, ну, что используют такую функцию. Если захотели, у нас есть, ну, что функция, чтобы кнопочки спрятали. Ну, естественно же, и жесты есть. Но вот, ребята, вдруг окажется кому-то комфортно, то, ну, что попользуйтесь. Но я таким, ну, что не использую. У нас есть switch slide down from the webcon. Смотрите, ну что, если захотели, то спрятали, ну что, челочку. Ну вот, ребят, в толку покупать, ну что, телефон за такие, ну, что, деньги, так, а как его включить обратно? Ну что, извините, я даже switch, как его вверх, down, hide. Ага, все. Ну, скажем, ну что, вдруг окажется, что челочка, ну что, не устраивает, ну, вернее, капелька. Так что вот, ребят, ну что, с 5 пикселями, не знаю, смотрите, ну что, все сами. Но вот честно, знаете, я не считаю, что смертельно. Вот именно, ну что, использование в таких, ну что, функций, и китайцы, и все полностью, они пытаются, ну что, сделать, чтобы что-то стало, ну что, лучше, скажем так, ну что, для всех нас. Что еще, ну что, интересно, включается и Bluetooth у нас, вот видите, ну что, есть оплата с помощью функции NFC, у нас есть и включение к телевизору, у нас все плюшки, которые, ну что, существуют, есть индикатор, ну что, в телефоне вот был, по крайней мере, я не знаю, или я спутал с BV9600E, одну секунду, включаем, ну что, включается индикатор, ну что, есть, и у нас такая что анимация вполне терпимая идет. Единственное, что из замечаний, используйте, вот знаете, в комплектный, что шнур идет, ну что по качеству, скажем так, оказался, ну что вот не ахти, из-за этого я использовать такую, ну что, дичь, скажем, ну что никому, что вот не рекомендую. По экранчику, чтобы глянули, что у нас, к чему, в куда и как. Так, это что, оказался, что детский YouTube? А не, это я специально искал, что YouTube. Смотрите, ну что, в чем прикол, что, ну что, ждал, что по качеству будет идти все-таки в получше. И смотрите, мы включаем симпатичную картинку. Есть, да? Идем. И по качеству, чтобы вы глянули, что у нас есть. Извините, не там нажал. Ага, да. И знаете, ну что, к чему я показываю и рассказываю это, чтобы вы, ну, что поняли, что, допустим,
Ну что, в кино включить, то в целом, ну что, вполне окей. Но для тех, кто попривыкали к экранам Full HD и ко всему, ну что, полностью, вот, ребят, здесь не то, что, ну что, пиксели, здесь пикселины, пикселища идут, ну что, по полной. Я вообще, из-за того искал, чтобы, ну что, YouTube, ну что, взломанный установил, но в чем прикол, что он отказывается, ну что, включать по качеству, чтобы лучше было. Я не знаю, ну что, в чем прикол, или у меня кривые руки, или я скачал что-то, из версии, ну что, не такая. Я, ну что, по плану, ну что, было включить 4K, чтобы вы глянули, что у нас по качеству будет. Вот я специально, блин, снова скорость попал, извините, и снова встречается такая ситуация. Экран вот так вот, если ты с иконками и всем полностью, то вполне, ну что, терпимо, ну что, для использования у нас, ну что, диктофон и звонилка, и общение с людьми, и динамики, и микрофон, и датчик, ну что, включается и срабатывает, ну что, вполне окей. Но вот, ребят, что-то еще, ну что, сделано все не до конца. Чтоб вы увидели чуточку синтетики, я не знаю, ну что там включится, все окей будет. Вот специально, чтобы вы увидели. Ну что, вот, ребят, знаете, для теперешних дней, для старших людей, я считаю, что вполне окей. Но не для нас. Я думаю, что мы попривыкали уже, чтобы было чуточку и лучше, и быстрее. Скриншоты, чтобы глянули. Я не знаю, там я делал чуть-чуть. Вот единственное, чтобы вы, что скорость. Все глянули и смотрите, что, ну, что по аккумулятору. В теории, ну, что на день использования оказывается все окей. Здесь у нас идет в тест на втротлинг, ребят. Есть, смотрите, ну, что сделал в течение 5 часов. Я считаю, что показатель, ну, что вполне окей. Antutu, ну, что тестер 16000 и указывает на в течение, ну, что 2 дней использования. Но я бы, знаете, вот я не... Вот сценарий, потому что телефона у меня был один, что на день хватало, а со вторым, вот я, ну что, вчера попользовался им, и вот осталось еще в 37%. Я не знаю, ну что, в целом вполне, ну что, терпимо. Так, Antutu-шку, я так думаю, ну что, все увидели. У нас есть еще и тест памяти. Я не знаю, оказалось, что, ну, что для кого-то значение, ну, что имеет, тем более, что вот если ты чуть-чуть покруче, ну, что телефоны ты сталкиваешься, так что ситуация, ну, что отличается. PC-марк, ребят, чтобы глянули, и все. Ну что, скажу, ну, что честно, и с тестами я, ну, что сильно, что-то не увлекался, я считаю, что, знаете, синтетика это не то. Ты попользуешься, ну, с телефонами, в конечном итоге ты получаешь, ну, что итог. Что из плюсов, ну, что в телефоне оказался и гироскоп, и датчик ориентации, у нас есть и датчик освещения, у нас есть акселерометр, у нас есть и приближение, и компас. Ну, что все включено, единственное, что вот я не испытывал. Спутники, GPS-тест, Google Pay. Ну что, включается и срабатывает, претензий не имеем абсолютно. Ну что, все вполне окей, спутники, ну что, включается впервые, я думаю, что фигушки включатся. Нет, смотрите, ну что, первый споймало со старта, два, так, единственное, что чуть-чуть бы покопался, ну что, с настройками, то было бы, ну что, лучше, но в чем плюс, что в теории, ну что, две штуки за 2 секунды споймали мы. Есть. Снова думает. Так, ну что, останавливаться я здесь, ну что, не хотел бы. По камере, ну что, включается. И, ребят, ну слабенькая она вообще, ну, слабенькая, конкретнейшая идет. Но вот знаете, вот здесь, ну что, в такой ситуации, вот, ну что, действительно, ну что, вот кнопочка, что у нас есть, ну что, для камеры, это просто тема. Ну что, детализация вот здесь на уровне 5, ну что, пиксельных, ну что, камер, но и не ждите, что все окей. У нас есть, ну что, типа в боке, и ты включаешь, еще он что-то, знаете, там, ну что, жужжит даже. Но в конечный итог, вот, чтобы вы увидели, секундочку, ну что, ты включаешь, и что у нас есть,
испорченная и морда, и все полностью. Я не знаю, что в чем что дело. Я не хотел, что к нему примахиваться. Ну что в целом, что все вполне оказывалось, ну что окей. Телефон за автостоимость, что он стоит, я акцентирую снова, что вполне все терпимо идет. Вот смотрите, что включал на основную в камеру, по качеству у нас идет где-то 50 Full HD, но единственное, что из недостатков, что 3GP. Звук? Ну, в камеру, я не знаю, специально я показываю, чтобы вы что звук услышали хотя бы, что с автофокусом. Автофокус уже включается и срабатывает, ну что вполне терпимо, но, блин, печалька у нас идет с стабилизацией. Ее здесь, ну что в телефоне, ну что вообще, ну что полное отсутствие идет. И просто, чтобы вы глянули и селфи еще, ну что пишется в 720p. Кстати, знаете, я не знаю, потому что вы увидите, но стаб, ну что включается и срабатывает, ну что в целом, ну что вполне, ну что терпимо. Даже вот если там, ну что по минимуму для чего-то, в конечном итоге окажется окей. И с прошкой я, ну что акцентировал, что вот знаете, и с кривыми вот руками, что у Лени, то только еще, ну что экспериментировать и с такими, ну что вот, скажем так, ну что вот режиме. По фото у нас идет. И знаете, вот я, ну что, зачем противник в камерах в экране? Я не скажу, что это плохо или что. Но получается, когда ты в динамику, ты общаешься с людьми, вот ты полненький или что, у тебя есть, ну скажем так, ну что лицо жирное иногда бывает. И в конечном итоге ты, ну что, в камеру все пачкаешь. Из этого в картинке бывает, ну что по качеству, что вот нехти. Из этого я считаю, что, ну, что вот решение с перископами чуточку поинтереснее. Но в любом случае, ну что идея вполне, что скажем так, интересна и имеет право, что для жизни. Что включим для спортивного интереса стендов, я не знаю, что включится или нет. Пока, вот знаете, то чувство, вот если ты из телевизора, ну, что держишь у себя в руках, или у меня, ну, что у девчонок планшеты такие за габаритами, скажем, он не компактный, он не все, но для того, ну, что для тех целей, вот именно, ну, что для навигации, ну, что для рыбалки, ну, что для охоты, вот именно шкурнуть где-то на охоту и включить для себя в кино и какое-то, или там в интернете покопаться, я считаю, что вполне, ну, что комфортно будет. Включенный в 4G интернет у нас, я надеюсь, что вы видите, у нас, ну, что в чем плюс, вот я из Украины, у нас с таким проблем, что нет, все в китайцы включаются и срабатывают, окей. Вот давайте, ну, что для спортивного интереса, сделаем все включено. Раз. Два. Давай на сюда. Раз. Применить. Игра. Сюда применить. Так, и попытаемся играть. Мне уже сделали замечание, что вот лучше, вот если ты из Украины, то включать, что я играю из России, и тогда будет чуточку получше. Так, звуки. Знаете, вот в чем плюс, что, ну, что в телевизоре играть, я считаю, что вполне, ну, что, вполне интересная идея. Я еще в конце, ну, что, включу в PUBG, извините, ну, что просто в конечном итоге, ну, что получается, или я пишу 60 FPS и Full HD, или мне, вот, ну, что я включу у себя на компьютере, чтобы его, ну, склепать и фото, и видео, но он будет делаться часов 15 в такое видео. Вот, ребят, ну что извините, у меня компьютера, ну что все-таки вот нет. И ну что денег, чтобы купить его, ну что вот нет. Эй, я ему в спину, да? Не, знаете, в стендов, ну что классно играть по FPS-ке 50, но и замечаний. А где же экран? Что область экрана? Я в курсе, что включается такая функция, но вот, ребят, знаете, и хотелось, чтобы было побольше.
Тем более, по-моему, мы включались и в такого пункта не было. Да. Еще чуть-чуть я бы попал по FPS-ке. О, блин! Считай, что 50-ка. Уж извините за эмоции, игра уж достаточно, оказывается, эмоциональной. Да чё ж ты попрыгушка такой? Опа. Ого. Ай. И в спину меня убили. А если делать так? Опа. И что изменилось? Абсолютно ничего. Вот единственное, что по FPS-ке у вас уже стало чуть-чуть поинтереснее в картинка, ребят. Сколько я стрелял? Сдвигается в кнопки экрана. Постоянно. Нет, вот, ну, честно, если так играешь, то все-таки комфортнее намного. Хей, я попал наконец-то, ура! Ленька чемпион, смотрите, по FPS-ке в 50-42, ну, скажем, о комфортной игре сказать, что я не знаю. Оптимально, естественно же, чтобы оказалось там 120 каких-то, ну что, FPS, но... Не ждите в чудес, я всегда акцентирую. В телефон стоит 120 баксов. И, ребят, я не знаю, что сказать вам даже. За, знаете, за... Я 4 недели отходил вообще с всеми телефонами, сколько у меня было. И все-таки, знаете, вот я убедился, что мой... Скажем так, потому что при условии, что вы купили за $150, то это самый лучший телефон. Честно. Да, там аккумулятор чуть-чуть слабее, да, там что-то не то. Но вот, ребят, 404 у меня идет, потому что самый дешманский я себе купил. Он комфортный, он удобный, он тонкий. Я только, ну что, плюсы сказать относительно него могу. И все, по качеству, чтобы из настройки, я не знаю, там включится, потому что этот интернет... Графика в баланс у нас идет, для информации, чтобы вы увидели, и попытаемся, ну, что, включить. В чем плюс, что вот мы сейчас, ну, что, играем, и смотрите, температура у телефона, он абсолютно, ну, что, вот не греется. Вот здесь ему плюс конкретнейший, вообще классно. Ну вот единственное, что я так думаю, что включаться он будет, ну, что, долго. Долго и очень-очень долго. Не хочу, ну, что, рассказывать. Я не знаю, там, что у вас, ну, что, с картинкой. Я с подсветку, кстати, потому что включил по максимуму. У нас спутники, ну, что, все включено, вот, ребят. Ну, в любом случае, знаете, ну, что, телефон, ну, что, вообще вполне оказался интересным. Ой-ой-ой-ой. Так, ну, что, извините за эмоции. Но лучше в стандартный PUBG, ну, что здесь, ну, что, не играть. Включайте для себя. Но картинка классная. Вот именно вот ты смотришь на чувака, вот, за которого ты играешь, то все вполне окей. Единственное, что надо, что... Так, знаете, у меня такое, ну, чувство, ну, что дети играют вот только в такую игру. Так, смотрите, детализация вполне окей, вот единственное, что жалко, что я же включал в Call of Duty на скачку, а чего его, ну, что-то не скачало. Еще что не нравится, что вот нет такой штуки, ну, что для карабина специально. Я считаю, что для такого телефона было бы вообще, ну, что бомба. Летим вниз. В детализации объекты здесь слабенькие идут. Куда ж я, блин? Идиота бомбина. Мы спускаемся по чуть-чуть. А спрыгнуть как-то, чтобы получше было. Ага, фигушки. Ну, хотя бы за компанию и карту глянем, потому что, извините, окажется в конечном итоге, потому что и видео чуточку подолее, чем было по плану. Знаете, потому что спешка дебильная. Вот я сейчас попытаюсь
чтобы, скажем, и скорость спуска была чуточку поболее. Шипица 63 идет. А вдруг что-то изменится. Но детализация в карте, вот ты спускаешься, чем ниже, тем становится все печальнее. Так, а где домики? Все. Трава. Домик есть какой-то. Покрытие экрана. Ну, вот видите, я не знаю, потому что из-за того, что вот я чуть-чуть повапал экран. Так, что с картинкой? Тю. Вполне терпимо, кстати. Идет. Я думал, что будет похуже. Не хочу лукавить. И в чем плюс, что у нас еще там автомобиль я увидел. Так что в конечном итоге еще и покажется полноценное видео. Каска у нас есть. Ура! Автомат, пистолет. Стреляет, но все-таки сталкиваемся чуть-чуть в конечном итоге с тормозами, ребят. Где автомобиль я видел? О! Ну и за компанию чуточку покатаемся на автомобиле. Весь. Мы едем в далекие края. Берем с собой девчонок и больше ничего. Так, пишите в комментариях, как вам телефон и габариты, и как вообще, потому что играется. Не, чувствуется, что телефон чуть-чуть все-таки притормаживает. Я не хочу, потому что вот рассказывать. Если включаете, то лучше с минималками. Уже со средними, то я считаю, что это дурная идея будет. Блин. Опачки. Ах, блин. Олень. Угу, я его увидел. Так, ну что, извините, я говорил, что я телефоны, в действительности использую, знаете, и получается, что позвонили. Самое оптимальное, вот если играете в PUBG, это стандартно, это не white идет, с минималками, я так думаю, что вполне комфортно. Что у нас есть за ту стоимость? Здоровенный экран, вполне терпимый аккумулятор по качеству звонка. Все окей. Знаете, вот эти плюшки типа игровой режим, я считаю, что это полная вообще херня, тем более от таких компаний. Вот видите, ты включаешь его, оно включается и не срабатывает. И что делать в конечном итоге, чтобы никто не кипишевал. Так, отключаемся. Что еще из плюсов? У нас есть оплата с помощью NFC, у нас есть в камере, в которой включается и снимает, я не говорю о качестве их, сборка в целом вполне терпимая, единственное, что замечания по кнопочкам, они чуть гуляют. Покупать или нет,
кто искал вкрупнить наш телефон с хреновым экраном, да, ну я говорю, как оно есть, то, в смысле, вполне окей. Покупать или нет, я, ребят, всегда акцентировал, потому что думайте все сами, потому что для такого у вас есть, ну что, голова, не слушайте, вот никогда вот Леньку. Всем спасибо, пока.